как провод-то. Помоги мне. Влево есть стрелка, а вправо? Человечек. Вправо твоя рожица. Так. Понятные гонки. Может, я что-нибудь выбрала? Я имею в виду, что я не понимаю. Что надо было сделать там, я так и не поняла. Ложится время. Они подрезают меня, какахи. Они скучные гонки эти какие-то. Скучные. Потому что непонятно, тут не соревнования, ты просто едешь по дороге и все. Ночью либо днем. Но я сбила кого-то, оленя.
Ну, корова. Здесь, получается, выбираешь либо день, либо ночь, и едешь либо с односторонним движением, либо с двухсторонним движением. И все, в принципе. Какие-то они неинтересные. Ну, в принципе, я еще и даже такое не прошла. Ну тут постоянно. Тут, в общем, проигрываешь, когда машина в хлам убивается. А так как я люблю гонки, то три кучки в этом меня в хлам убилось уже. Ну, поскольку тоже. Я уже третья посмотрела, да. Но это самая такая успешная тактика. Наверное. Еще ни разу время до конца не прошло. Блин. Звук такой прикольный, это как тяжкий. Да, что ж вы тут все встали? В общем, мне, похоже, эту трассу не дожить. Тут ее даже не починить. Могу я себе такую машину позволить? Не могу себе такую машину позволить. Они непонятные какие-то. Вообще непонятные. Что вы зеленая. О, соревнования с компьютером. Да, конечно. Тут же еще и другие машины есть. Что в остальные вписаться не надо. Меня обогнал. Как его подрежу, он далеко. 200 метров. На компе прикольнее играть. Несмотря на то, какие гонки.
Долго ли? Блин, какая лошадь. Да тут корова, бык, олень. Переходил дорогу. Я не заметила. Я сбила его нафиг. И, в общем, я опять проиграла. Потолкаться люблю просто. Быстро проиграла я. Ладно, денег сейчас накоплю на джипик. Так, есть еще какие-нибудь вариации или нет? О, ночи вообще нифига не видно. Называется «Ты слепая, попробуй поиграй в темноте», да? Это что, машины переворачиваются, перекрестки есть, что-то как-то посложнее, и так темно, и так ничего не видно. Куда-то врезалась. О, меня машина сбивает, меня врезаются. Так нечестно. Долго ж мне еще копить там. Ладно, выберем что-нибудь обычное. Попробуем. Убить машину. Получается. Однозначно нужны гонки, какие-нибудь стрелялки. Где потолкаться можно? Я уже машину убила. Почти. Ну вот. Уже закончила ехать. Долго ли?
А тут вначале такой затормоз машины сначала будет. Вот, это все-таки корова была. Она дорогу переходила. Тут рядом ферма по краям. Да блин, я уже... Не вижу. Не наблюдаю. Наверное, даже в GTA поинтереснее кто-то сгонять, чем тут. Не, на компе покруче, чем в телефоне. Нет, эти скучные гонки, я бы не стала в них долго играть. Уже скучно. Уже надоело. Но сейчас накоплю на джип. Погоняю на нем. Может, что интересно для него было. Могу на него купить? Ну да, прилично. Купить шоу 13, в общем, наверное, надо погонять с чуваком или просто не врезаться. Сложно. О, дождик. А это, как я поняла, бесконечная гонка, то есть просто катаешься по городу. Сначала у тебя одно время это выходит, тебе начисляют новое. И чем больше ты проедешь, тем больше ты денег получишь. Как-то так. Скорее всего. Ну, а потом машину, да, покупаешь, цвет ей меняешь. Ну, да, вроде как, кроме того, что купить машину и выбрать ей цвет, ничего нет. Ой. Классненько. Пытаюсь проехать дольше и не врезаться.
не получается. У меня еще целая машина.